Вот так выглядели в мультфильме наряды. Ну что ж, теперь пойдем к самой фигуре непосредственно. С аксессуаров входило в набор 2. Вот такая штука на рог, как магия видела сын. Его петвала накладывала, или искорка накладывала такое лосо, чтобы туда поймать. Ну и вот такая труба подзорная. Ну, вот такая детализированная шляпа. Ну и, конечно, сама пони. На бобу что ничего не входило. Рассмотрим все по порядку. Начнем из шляпы. Она очень детализированная. Здесь очень красивые три перышка. Они розового цвета, и у них очень классные рельефы. Очень детализированный. Сама шляпа выглядит очень мило. Здесь есть отверстие для двух ушек. Сама она темно-синего цвета, выполнена из резины и покрашена желтыми полосками сверху и снизу. Снутри и сверху. Здесь такие внутри есть еще звездочки. Их 4 штучки. 3 маленькие и одна немного побольше. Но и сама шляпа выглядит очень мило. Мне кажется, очень красивая шляпа. Дальше. Подзорная труба. Она выполнена из коричневого пластика. Здесь немного, можно сказать, более темный коричневый. Темно-коричневой краской покрашена немного этой трубы. Ну а вся остальная часть светло-коричневая. Здесь есть крепление для копыта. Ну а эта штука с роком, она прозрачный, это прозрачный розовый пластик. Он надевается вот так на рог. Вот так это выглядит. Ну и сама пони. Пони Твала из парка очень красивая. У нее очень красиво нарисованы глаза. Они ровные. Мордочка сделана уже по типу новых пони на новых телах. Вот если сравнить ее с моей Флаттершей из сингловой коллекции пони Каникалонов, то как вы видите, мордочки уже сделаны по типу таких пони, а не те, что были ранее. По размеру, кстати, пони одинаковые. Хотя, можно сказать, примерно выглядит как Воспи немного больше Твалет, хотя они одинаковые. То вам только так кажется. Крылья сделаны у Твалет более похожи на те крылья, что у Твалет в мультике, а не те, что, как всегда, в обычных игрушках. Либо крылья, как у принцессы Каденса Луны, или же Пегасии, как у Флаттерши. Ну, не в этой, потому что в этой они закрытые. Наряд у нее не снимается. Ну, точнее, половину снимается, юбка снимается, это уже не снимается. На копытниках вот этих есть, конечно же, разрез, но они снимаются, потому что разрез здесь неполный. Прическа у Твайлайт сделана, как обычные Твайлайт мультики, только, к сожалению, здесь прядь не прокрасили. Вот у нее шарнирный. С прокрашенной полоской. Рог, конечно, стали не очень аккуратным способом, потому что есть несколько просветов, можно сказать, лысины, но если так посмотреть, ничего страшного. Крылья гнутся, можно сделать вот такую позу, а можно сделать вот так просто. Ну, отдвинуть их вот так. Или сделать вот так. Юбочка расстегивается вот здесь на таком штырьке. У меня есть отверстие для крыльев. И она резиновая. Обычная резина. Здесь вот такой штырек. Юбка снимается. Эта часть не снимается. Она покрашена и сделана рельефом. У пони есть шарнирчики. Здесь в ногах только вот такие. А там еще и шарниры, можно сказать, дополнительные. Кьюти Марка красиво нарисована. Но жалко, что конечно шов пошел прям по Кьюти Марке. Ну что сделаешь? Ну и вот эту штуку, конечно же, вынесли на копыта. Хотя это не очень хорошо. Ну хорошо, что хотя бы не здесь прям нарисовали.
Фигурки голова крутится. И получается, на шее как раз это нарисовано, получается, вот так все крутится. Ну, ничего страшного. Здесь у нас именно уже покраска. Здесь там шарнир есть. И здесь. Пони может наклонить голову, что обычная пони не может сделать. Ну, все покрашено. Покрашено темно-синее, а потом сверху уже другими цветами, там желтым и розовым. Так как есть, ну, вот здесь прям уже темно-синий по резина темно-синяя, а потом покраска. Вот так, эти штуки с пластика, наверное, или резины, не знаю, но снять их не могу. Разрезать я не хочу, будут спадать. А я пиратку свою раздевать не собираюсь, потому что мне она нравится в таком образе. А свою первую твару, это что у меня, сейчас я принесу и сравним ее. Как раз вот уже юбка на Twilight. И я принесла еще одну Twilight, это моя вторая Twilight. Пиратка вторая. Первая моя Twilight была от коллекции Rainbow Power SEO Радуги. Я купила, не помню, в 2014 или 2015 году. Это была одна из моих первых пони. Ну, я хотела сделать, можно сказать, похуже, как она в мультфильме и подстинка. И подстинку. Ладно, давайте сравним. Это пони на старом молнии, а это на новом. Головы стали немного больше, ну и глаза тоже. На сами крылья отличия большие. Это маленькие Пикаси, а это большие крылья принцессы. Ну... Цвета у пони тоже немного разные. Это, можно сказать, более фиолетовая старая. Это более, можно сказать, такая светлая. Ну, а все остальное, мне кажется, похоже. Хотя, мне кажется, все равно молот глаз, даже если без величины, отличается. И в новом мне больше нравится. Старые какие-то они были немного... Кстати, знаки отличия, вот сейчас надела юбку, но знаки отличия у них тоже одинаковые, только немного, мне кажется, новый и больше. Ну, а так, гривы этой пластмассы только не колоновые, поэтому сравнивать не с чем. Ну, все, что могла не сказать, я сказала вам. А теперь мне один эксперимент, вот эту шляпу мы попытаемся